Приветствую всех любителей классического бритья. Сегодня обзор новых четырех опасных бритв из очень многослойной дамасской стали с никелем. И обзор сегодня решил сделать на улице, потому что реально тут больше света, то есть вы увидите максимально реально, как это выглядит. И поэтому поехали. Начинаем обзор. Вот что у нас на сегодня имеется в наличии. Это бритва. Давайте с оправы начну. Оправа наборная. То есть получается, корейская береза черная, корейская береза синяя. Также и тут. Посмотрите на рисунок. Сейчас, я думаю, вам это максимально видно, потому что это все при дневном ярком солнечном свете. Основа G10. Без основы это все будет несерьезно. Дальше. Все бритвы клин 75%. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Тоненькая, красивая кромочка. Сейчас побольше открою. И посмотрите, наверное, мне получится вот теперь показать на улице полную цветовую гамму. Вот видите, там бордовый цвет, синий, темно-синий, сиреневый. Золотистый. Вот как-то так вот. Сейчас вам все подробно покажу. С другой стороны. Вот такие вот красавицы у меня вышли на этот раз. Единственное, что в этот раз это вышло для меня очень дорого. Потому что я добавил количество слоев, сменил рисунок дамаска и почти полтора месяца, то есть не каждый день, а в общей сложности, если посчитать дни, пока я делал только заготовки, без шлифовки, без всего вот этого вот, ушло почти полтора месяца, только чтобы сделать упаковочку, пластинку, именно бритвенного дамаска. Именно вот, что вот так вот все получилось. Она закрывается с запором, как бы таким вот заклиниванием. То есть она просто так вот не откроется. Ну, самопроизвольно, так сказать. Вторая бритва. Также наборная оправа. G10 основа. Корейская береза синяя. Все показываю в макросъемке. Это какое-то, опять же, неизвестное черное дерево, которое, я думаю, все-таки, наверное, моренный дуб. Всем он очень похож на это. Я думаю, что это именно так. Обушок вот здесь вот клинообразный уже. По клинку бритвы. Сейчас я вам покажу цветовую гамму, оттенки и вообще структурный рисунок. Как он вообще выглядит. Как все это получилось. Честно сказать, я очень доволен результатом, потому что получилось реально красиво, реально ровно. Хотя есть там вот один крайний экземпляр, сейчас я вам тоже об этом покажу, который не совсем идеально, прямо вот так вот получился. Так. Следующий вариант. Кстати, затачивались они все хорошо. То есть, как бы так усредненно. Но на ремне требуют большего внимания. Да, сначала по праве. Это право вот та самая черная деревяха, которая, я думаю, все-таки мореный дуб. Легкая, прочная. Структурная. Я почти на 100% уверен, что я не ошибаюсь. По этому поводу... А, кромочка-то, да? Для ценителей именно кромок. Также подарок, как этот тот вариант. Это, смотрите, напоминает немецкий вариант, немецкой бритвы по форму. Хотя я ее просто от руки нарисовал, потом только это заметил.
У меня просто, ну, как бы приелось уже вот одно и то же, одно и то же. Английский вариант и все. И поэтому взял листок бумаги, карандаш и нарисовал две новых модели бритв. Это вот это вот немецкого типа. Вот это я сейчас вам покажу уже. Я давно произвожу английского типа. И вот еще французского типа тоже. Вот это я нарисовал перед тем, как вообще начать вырезать по контуру и шлифовкой заниматься. Так что это две новых модельки. Так, и еще одна наборная оправа. Она потолще, потяжелее. То есть вот эти вот оправы, чем вот такая вот просто не наборная. Но она просто прелесть. Ну, мореный дуб, я думаю. Корейская береза стабилизированная. Кстати, вот не до протера, тут чуть-чуть вот уже бросаюсь вам показывать обзор. Сейчас этим займусь как раз, как только вам все покажу. И до протру обязательно. Так. Это также вот напоминает немецкий вариант. Вот единственное, что, вот с которой бритвой я дольше всех просидел заточкой, это вот с этой бритвой. Не знаю почему. Может, потому что она первая была. Может, потому что вот кромка тут поуже, тут пошире. И меня это как-то напрягало. Так, показываю, надеюсь. Ну, макросъемка должна передать всю прелесть. Ну вот покажите мне любой какой-нибудь там импортный вариант именно опасной бритвы, чтобы он был именно из-за бритвенного дамаска вот такой вот красоты, вот такого вот качества и такой вот цены. Давайте сразу же отметим, как бы, потому что я смотрел на просто какие-то такие обыкновенные варианты, которые ничем не выделяются вообще, имеют ценники за 100 тысяч. За 100 тысяч. То есть переваливают в легкую. И поэтому, ну, хорошо, что я не слышу таких вот откликов, как бы, что-то у тебя бритвы дорогие и что-то подобного такого рода высказывания. Но потому что, видимо, люди видят, понимают тоже, что у меня ценник реальный, у меня ценник соответствует расходам, себестоимости, вот, а не какой-то заоблачный. Потому что если даже в сравнении вот с импортными вариантами, просто из какого-то там подозрительного дамаска, если честно, он выглядит очень подозрительно, то эти бритвы должны стоить, ну, 1000 от 300 хотя бы. Тогда это будет соответствовать вот международным нормам, так сказать. И это будет реально страшно в цифрах выглядеть. Ну, я бы, конечно, на этом озлотился, но еще раз повторяюсь, миллион, наверное, уже раз, что я изготавливаю бритвы для души, ну и для людей. А все деньги, которые я с них получаю, я снова заколачиваю в бритвы. В новые очередные бритвы. Поэтому это бизнесом назвать нельзя. Это скорее любимое дело. И поэтому и ценник, соответственно, без этих вот там супернаваров и прочих-прочих надбавок, так сказать. Ну что ж, встречайте. Встречайте на сайте. Может быть, как-нибудь что-нибудь еще сотворю. Но точно не в ближайшее время, потому что работы другой много. Вот именно той, на которой я зарабатываю. Все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Да, и чуть было не забыл показать вам тест. Думаю, вот все повертел в руках, хватит. А нет, надо показать, что они чудно строгают, уже пока вот пока еще не рубит, но строгает волос. Что бритва заточена и готова к бритью. О, надвое распустился.
сначала. Опять на двое и отрубился. Вот эта вот бритвка с карелкой посередине. Давайте сразу берем следующую, пока волос остался. Это вот с этой правой. Ну, подрежу, если что. Где-то у меня тут какие-то задержки получатся с показом. Так. Ай, чуть рукой не нарвался. Отлично, отлично рубит. Так, подготовил очередную бритву с дубом в середине. Берем волос. Так, 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 поближе. Вот с волосом я не сразу подготовился. Оп, уже откусился. Только коснулся, а он уже отпрыгивает прям как-то так. То есть сразу отпрыгивает. Давайте еще разочек. Видно, наверное. Вот так вот. Это вот такая бритва. И заключительный вариант. Это корейские березы, то есть черные и синие. Давайте затестим. Ох, как туго заходит в оправу. Так, тестим. Тоже легко отпрыгивает. Вот он раздвоился, отлетел. Так, я не смотрю в мониторчик, наверное, показываю. Надеюсь. Просто отваливается и все. Просто отваливается. Давайте уж на ней дорубим волос. То есть бритвы готовые к использованию.